Почему ты здесь? Почему? Почему именно тогда, когда я... А ты почему здесь? Почему именно в этом месте, Габи? Я ухожу. Нет, подожди. Подожди. Почему ты пришла сюда? Скажи, из-за меня? Правда? Потому что ты еще любишь меня. Да, ты обманула, сказав, что любишь Артуру. Есть какая-то другая причина, которая не позволяет нам быть вместе. Что привело тебя сюда? Ты не хочешь расстаться с любовью. А твоя любовь — это я. Ну что, Бэби, получилось? Что нам делать без документов? Ничего, не волнуйся. У нас есть дела посерьезнее. С этим все в порядке. Бэби, тебя просили передать. Спасибо, Егор. Поэтому мы так доверяем тебе. Спасибо. Здесь главное — делать свою работу. Что бы тебе ни поручили. Ты прав. Теперь ты веришь тому, что я тебе говорил? Но, старик, как это им удалось? Власть левша. Вот что значит власть. Конечно, старик. А я что говорю? У левши и его друга настоящее дело. Большое дело. Вот так. Понимаете меня? Робен, его убьют, убьют, его сейчас убьют. Да отпусти, отпусти, ну. Ой, ну беги, беги скорее. Рубен, Рубен, смотри, убегает. Вот это да. Давай, давай, ну все, вот так. Ой, здорово, ребята. Мам, минуточку. Никаких, мам. Пора спать. Быстро, быстро. Надевайте пижаму и чистите зубы. Особенно тебя это, Йоли, касается. Чистить зубы надо хорошенько. Я знаю, ты это не любишь делать. Благослови вас, Господи. Ах, Консуэла Грубер. Плохо, подруга, быть одной. Прогнала ты меня, я знаю. Но в тот день умру, когда я. Будут слезы, горькие слезы. Не любила я, скажешь, быть может. Все равно грусть, тоска в твоем сердце, так и будет до самой смерти. Так и будет до самой смерти. Я на многое не надеялась, но думала, что все же, узнав о моем возвращении, ты зайдешь ко мне, поздороваешься, спросишь: здравствуй, Эльвира, как дела? О чем ты говоришь? Ты сама даже с детьми не попрощалась. О себе я не говорю, это была бы слишком большая честь. Но дети... Они уже большие, и я им не нужна. Мне надо было подумать, осмыслить, что происходит в нашей семье. Что ты имеешь в виду? Оставь, Эльвира. Зачем столь серьезный анализ такой простой проблемы? О чем это ты говоришь? Все дело в любви. Ты помнишь еще это слово? Нет, не утруждай себя. Я тоже давно его забыл. Не только у тебя проблемы с памятью. Годы. Долгие годы. Я не вспоминал его. Не я первая забыла о любви. Может быть, тебе напомнить одно имя? Консуэла Грубер. Консуэла Грубер, Федерико. Она 22 года назад черной тенью вошла в нашу семью. Это она. Хочешь знать, почему я ушла? Нет. Зачем объяснять? Ты же все прекрасно понимаешь. Она снова появилась, и не одна, а с дочерью. Теперь у нее приманка.
Дочь. Нет, не смей оскорблять ее. Не смей. Конечно. Я не могу оскорблять женщину, которая разрушила мой брак. А теперь должна еще терпеть эту Габриэлу Грубер. Даже ее имя произносить противно. Она пошла прямо по дорожке, проложенной матерью. Ты сама не понимаешь, что говоришь. Ты хочешь знать правду? Ты знаешь, кто эта девушка. Конечно, ты знаешь. Ты узнала об этом раньше меня. Ты уже все знаешь. А теперь я тебе это скажу. Мне все известно. Она моя дочь, Эльвира. Габриэла Грубер. Моя дочь. No a las drogas, sí a la vida.